Телеведущий Максим Галкин на своей странице в Инстаграм опубликовал видео, в котором прокомментировал сообщение о том, что он якобы заплатил 2 миллиона рублей за убийство Филиппа Киркорова на концерте в Махачкале в июле 2017 года. Галкин написал: «Дорогие друзья, открыв с утра газеты, хотя классик советовал не читать с утра советских газет, я понял, что весна наконец-то наступила. Люди просыпаются, просыпаются их фантазии. Весеннее обострение в полной силе. Ранее стало известно, что четверо жителей Дагестана готовили взрыв на концерте Киркорова в Махачкале в мае 2017 года. Один из фигурантов дела Хидырнеби Казуев заявил, что Галкин на почве ревности заказал расправу над артистом и пообещал за это 2 миллиона рублей. Боевик якобы получил аванс, однако потом отказался от преступления, опасаясь гибели большого числа людей. Он отметил, что полученные деньги истратил на покупку компонентов для изготовления взрывных устройств. Галкин, в свою очередь, посмеялся над суммой вознаграждения. Но он отметил с иронией, что у него только одна просьба – не беспокойте Филиппа. Певец очень расстроен, что его заказали так дешево. Российский певец Филипп Киркоров также прокомментировал заявление Казуева. Но он написал на своей странице в Инстаграм, что у него были совершенно другие планы на день. В итоге он проводит его, опровергая очередную ложь, касающуюся его и близких друзей – Максима и Аллы. Хорошо, хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу, добавил артист.